Нам нужны такие площадки, нам нужно разговаривать между собой, нам нужно даже, может быть, такие фантастические, как у меня, идеи предлагать, потому что в них, возможно, есть маленькое зерно. Вот. Я сегодня вот выступила со своей идеей, с которой я давно ношусь, обеспечить доступность участия в конкурсах местного бизнеса. Либо это действительно администрация должна поддержать нас и в конкурсной документации сделать специальные условия, чтобы обеспечить этот доступ.